На данном участке после больших ливневых дождей произошло обрушение канализационного коллектора. Диаметром 700 до этого провала канализационный коллектор уже заменен на полиэтиленовый. Значит, в процессе поступления больших дождевых паводковых стоков, по всей видимости, обрушился свод трубы. Значит, будем производить дальнейшую замену этого коллектора до КНС номер 6. Я думаю, что порядка 3-4 недель, и мы устраним данный провал и заменим участок коллектора. Сейчас будет установлено ограждение, машины, уже ГАИ подключены, машины все уберем с опасной зоны и, соответственно, будем производить дальше работу.